2 ноября в нашем городе будет пасмурно. Температура воздуха утром 4 градуса Цельсия. Днем ожидается минус 1. Вечером столбики термометра вновь ожидаются на отметке 4 градуса ниже 0. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 752-754 миллиметра ртутного столба. Народная примета гласит: низкое атмосферное давление быстро падает при восточном ветре, прояснению и холоданию. А я передаю привет всем моим родным и близким. И мужу, у него 6-го день рождения. Квартира в новом жилом комплексе комфорт-класса «Акварель» в микрорайоне «Радужный». Консьерж-сервис, места для хранения колясок, благоустроенные детские площадки, шлагбаум, система видеонаблюдения, ипотека с господдержкой. Жилой комплекс «Акварель», застройщик ООО «Сальвия», отдел продаж, город Нефтекамск, Дорожная 15А, офис 3.